Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном из наших объектов, на котором мы монтируем фиброплитку «Каньон». Вот так вот она смотрится в смонтированном состоянии. Красивая такая плиточка под кирпич ручной формовки. С этой стороны у нас уже выполнена подготовительная работа, уже смонтирована обрешетка, это сухая строганная доска 95x20. Сделали утепление 10 см по деревянному каркасу, монтировали пленку гидроизоляционную. Называется она Delta Neo Vent. Все у нас проклеено, видите, все стыки проклеены. Вот так у нас утепляется окно. То есть утеплитель заводится на монтажную пену, прикрывает. И вот эта часть, она у нас полностью проклеивается специальным клеем Delta Tan. Создаем такую энергоэффективную, воздухонепроницаемую конструкцию. Тут ребята уже выполняют монтаж плитки «Каньон». Крепится она здесь у нас вот таким вот образом. Саморезы при шайбе закручиваются в специальную пластинку.